Госжилинспекция Самарской области продолжает информировать граждан о возможностях мобильного приложения госуслуги «Дом». Одна из функций – голосование на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, пишет телеграм-канал «Вести Творянской». В связи с ремонтом автодороги по улице Садовой от дома 43 по улице Полевой до дома 76 по улице Затонной на этом участке с 25 апреля по 20 мая вводится запрет на стоянку транспортных средств. Все необходимые знаки в ближайшее время будут установлены. В случае нарушения запрета парковки будет задействован эвакуатор. Будьте бдительны, информирует телеграм-канал Департамента транспорта Самары. До 15 октября в регионе установлен особый противопожарный режим. В установленный период на территории Государственного лесного фонда запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами. При установлении 4 и 5 классов пожарной опасности в лесах министерством будет ограничиваться посещение лесов. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф, пишет телеграм-канал Красноглинского района. В Кировском районе прошел этап соревнований по мини-футболу. Матч проходил на территории школы номер 157, и это был завершающий этап игры. В финале состязались девочки ловкие, быстрые, спортивные и позитивные. Так можно охарактеризовать участниц соревнования. Они продемонстрировали не только отличную игру, но и дух спортивного соперничества, сообщает телеграм-канал Кировского района.